Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня, да, будет красочный Фрэнк, голый слон, он же голый. Ладно, в общем, на скинчик посмотрели, сегодня посмотрим его в игре, посмотрим, как он будет выглядеть. Это тот скинчик за смайлы, который нужно было 6 смайликов достать, мне его прислали разработчики. Ну и вот, кстати, да, такие начислили, не прошло и 2 недель, к счастью, не прошло, да, несколько дней, ага. В общем, вот они, 30 открытых знаков, я уже думал, что я накосячил и как-то не так открыл, в общем... Что по итогу? Подтвердилась теория о том, что вот эти вот прекрасные ивенты, ну, которые вы не открываете потом, сохраняйте в них вот такие вот сундуки. Особенно хорошо сохранять 5% там, или 10% вот в 3, ну, ежедневном, да, ивенте вроде как, или как он, вот, 12-часовом. Так вот, сохраняйте сундуки, потом открываете в эту акцию, они все сосчитываются, и вы изи делаете, при этом вам не нужно даже бустить рейтинг. Такие вот дела. Слоненько посмотрим по акциям. Ну, вот здесь вот какая-то фигня завезена. Посмотрите по процентам. Там вроде как, ну, есть шанс, что там будут неплохие проценты, но очень маленькие. Потому что обычно вот в таких вот акциях, где 4 персонажа, там обычно и завозят как раз мани улучшения достаточно хорошие. Ну, мы можем глянуть, в принципе, вот в 17-й фазе. Просто, правда, на 17 по 18 уровень там уже неплохие проценты, если честно. Сюда уже почаще завозят, да. Более хорошие проценты, чем ниже на уровне. Но давайте все равно глянем. Ну вот, даже 10% где-то, забудьте, короче, про эту акцию. Оценили и хватит. Сегодня поиграем за слончика, как так сказать, посмотрим на нем скинчик, все дела. Акции, кстати, ко дню Святого Патрика почему-то магазины не заканчиваются. У меня тут пиццуха вылазит. Ферроны, моны, правда, не хотят вылазить, ну, сами понимаете, да? Ну и вот такие дела. Обновился до версии 4.6, как вы уже поняли, да, из поста там и всего остального. Ну, что я могу сказать, пока что непонятно нифига, если вкратце. Вот она, версия 4.6. Непонятно, что мне добавили разработчики, но я думаю, знаете, это вот опять добавили, скрыли. Ну, кстати, можно через смайл сейчас посмотреть, давайте быстренько затестим, вдруг что-то есть, потому что я еще как бы ничего не смотрел. Нового персонажа не видел, это и рановато еще для него, поэтому, наверное, это будет не новый персонаж. Возможно, где-то скинчик запрятан, возможно, какой-нибудь ребаланс еще ввели. Ну, в общем, это все, знаете, надо будет как бы изучать не быстро. Да, вот, повводили вот такие вот флаги других стран, возможно, их как раз и добавят. Других вроде бы вариаций я тут особо не вижу ничего, да? Ну, по поводу смайликов, конечно же, всего остального. Ну, давайте заглянем. Ну, очень много смайликов добавили. Возможно, к чему-то готовится. Я прям не знаю, к чему, но к чему-то, наверное, готовится. Опа-на. Смотрите, какая сонная Джейд. Это что, новый скин? Пасхальные штуки будут завозиться? Я не помню такого смайлика. Как вы думаете, а? Писать себе Акулфин в скине кролика пасхального. Было бы прикольно, да? Ну, в общем, походу нас ждет, да, скоро Пасха, все дела. Но она как бы еще не... Или скоро. Ну, короче, надо посмотреть дату. Ну, возможно, к ней разрабы уже что-то завезли. Вы знаете, разрабы могут завести в игру, потом пройдет там 100 лет, и они это выпустят. Такое бывает, поэтому как бы ничего особенного. В общем, ладно. По обновке, так сказать, поговорили. Отправляемся в следующий бой. В следующий бой, в первый бой отправимся. К счастью, мы сейчас будем играть с ботами, поэтому, ребятки, это будет чисто чил. Наконец-то мы поиграем с нормальной командой спустя миллион лет. Ну, я имею в виду рандомов, конечно же. Нормальную команду в игре Зуба можно спокойно найти, если быть в хорошем клане. Или же быть с хорошими друзьями, да. Как бы объединяться, в любом случае, можно. Кстати, кому интересно, ребятки, в клане есть места, можете кидать заявочки, так сказать, да. Ну, а для активных, конечно же, тех, кто будут приходить и уходить, ну, смысла таких я не вижу. Поэтому, если вы активный игрок, 300 тысяч плюс кубков, милости просим, так сказать. У нас много активных ребят в клане, которые много играют, которым нужны хорошие игроки, конечно же. Ладно, команда ботов готова. Тактика слона. Ну вот, кстати, скинчик слона. Притяжечка, кстати. Надо бы посмотреть, знаете что? Нормально, нормально. Надо бы посмотреть момент с прекрасным. Блин, надо лута хоть какого-то залутать. Хоть какого-то лута залутать нужно все-таки. Ну тут нормально. Мои боты как бы неплохо так себя оправдывают, работают. Вот, лут за лутом. Я хочу сейчас посмотреть, знаете что? Этот прекрасный мув, так сказать. Посмотреть, как плюется, чем он. Может быть, там поменяли плевок хотя бы. Хотя бы. Могли поменять же. Ну, вы понимаете, это же Зуба. А как же приятно с ботами играть? Ну, вы посмотрите, кнопочки нажимают, бегают вместе. Ну, вы... вот если еще бы не зависали на предметах разных, было вообще им. Цены не было бы.
Просто элита зубы. Как же мне их не хватает в боях против неадекватов. Ладно, давайте смотреть, будет ли анимация. Ля, прям пол живота синий. Смотрим, будет ли плевок анимированный. Не. Не завезли плевок анимированный. Ну, в принципе, просто, короче, взяли слона стандартного, голову. Ну, вот тут еще. Сейчас залутаем, погоди. Так вот, взяли слона старого, анимированного, да? И завезли на него краску. Краску. Модно. Ну что, к нам противники идут. На слонике сейчас мы их будем разваливать. Так, кенгуру здесь какой-то дерзкий. У нас, правда, команда не фул, к сожалению. Ну, нам и не нужна фул, у нас как бы двое, два друга разделились. Смотрите, боты, они ресут. Сейчас почему вот эти боты достаточно слабые? Объясняю. Мы сейчас играем на очень низком рейтинге, там 1050 или 1100. И здесь как бы боты, ну, они не отыгрывают на максимум. Плюс есть шанс, что в моей команде за меня играет игрок. Ну, такое должно быть, но я не знаю. Я, вот видите, в этом бою вообще ни одного игрока не вижу. Возможно, вот это 14 джейд, это игрок. С неплохим шансом есть такой шанс, но... Видите, как она бегает, да? Вместе с ними. Это говорит о чем? О том, что это не игрок, это бот. То есть я сейчас один игрок на этой всей карте. Для чего, кстати, вот обновляюсь я раньше и все остальное. Ну, во-первых, можно посмотреть, что называю обновление. Можно потестить разных персонажей. Вот это вот все. Ну и самое важное, это проходить ивенты. Нереально легко. Просто. Делать 10 побед тоже нереально легко. Ну, вот эти, которые подряд, знаете, там, выпускают такую акцию разработчики. Сделать 10 побед подряд. Ты просто берешь что-нибудь имбовое, типа краба. Идешь в соло-бои и делаешь себе изи 10 побед подряд. Ну, конечно, когда выше уже становишься, там, короче, чтобы это делать, нужен краб, ну, вот реально 17-18 уровня. Потому что, когда вы уже будете на 1200, вам уже будет сложно, потому что против вас будет 16 уровень играть, если что. А, ну, как бы взять, установить рейтинг очень легко. Так, ну что, там где-то еще один сквад, можно, в принципе, к себе притянуть, мы же на слоне играем, да? Ради такого. Ну, Луи притягивается, во-во-во. Сейчас мои ребята помогут мне загреться, так сказать, на противничков. Блин, как же хорошо они летели-то, а? Как же хорошо они летели. О, залетает урончик. Ой, как не залагало. Крабика притягиваем. Этих друзей притягиваем. Маневр делаем. И снова притяжечку. И снова притяжечку врубаем. Не, ну вот все-таки слон это, конечно, сейчас МВА. Лютейшая. Вот за счет этого дробовика, которым можно достать куда угодно. За счет притяжки, которая сейчас неплохо себя показывает. Ну, он просто монстр. Просто монстр. Мы сегодня как бы начали, просто зашли покатать. На слонике прекрасном. Потому что... Ну вот, скинчик вроде бы прикольненький, да? Но все-таки могли бы анимацию какую-нибудь завести. Ну, хотя бы там капельки, знаете, краски, чтобы падали со слона. Вот как бы... У нас же в игре... Вау, а вот и акция подлетела. Level up 5 levels. 10 levels. 12. А теперь давайте считать эту акцию, ребятки. Ну, как всегда, вовремя. Кстати, я... Нет, я не буду... Или буду? Ну, короче, неважно. Да, не буду, скорее всего, вырезать. То есть, ладно, все, короче, считаем акцию. Подними уровень... Как-то странно написано. Ну, в общем, подними уровень персонажу. Игроки, которые заполучат, так сказать, высокий уровень. Ага. То есть, игроки, у которых, походу, 20 уровень, они и так получат легендарный предмет, потому что у них, типа, нечего качать. Представляете себе, а? Буст. Качни себе 20... Ну, если у тебя фул 20-ки, то ты получаешь просто сундук. Ничего не делая. Вроде. Реально будут получать легендарный... Так и написано. Тут написано, правда, за 20 уровень. Ну, короче, странно как-то. Скинс... Ага, смотрите, получи... Скины Святого Патрика, и чтобы получить удвоенную награду. Нет, имей скины Святого Патрика, ну в общем. Звучит прикольно, один приз на каждого персонажа. Чего? А, видите, подними уровень Святого Патрика персонажем. То есть, это тем персонажем, у которых есть скины. Помните, была коллекция, да? То есть сейчас вот это, 4 персонажа, было же 5. Было же 5, а куда четвертый делся? Пятый, точнее, делся. Там же еще один был персонаж. Дона Радужная. Ну, еще кто-то был, ну? Я ж помню. Блин, сейчас это искать, это такой геморрой будет. Ну, в общем, в чем суть? Подожди, а что, 12 уровней нужно всем апнуть, что ли? Или суммарно? Блин, тут как-то все криво написано. Разрабы, зубы, как всегда, вот. Я, короче, не знаю, ребятки. High level, promotion. Ой. Короче, я так понимаю, нужно на 5 этих персонажей
суммарно прокачать 12 уровней. Получается так. И тогда вы получите легендарный сундук. Ну, или я ошибаюсь, или нужно каждому по 12 уровней качнуть. Ну, в общем, очень странно это все выглядит и звучит. Такое ощущение, что это все для новичков сделано. Ну, в общем, да. Непонятно. Советую всем попереводить вот эту всю полосочку, что было снизу написано, потому что для меня, честно говоря, это секрет. Давайте быстренько глянем, какие у нас вообще скины. Может, их там должно просто 5 быть. Ну, что у нас за скины на Святого Патрика? Вспоминаем. Блин, сколько персонажей-то, а? Сложное. Очень сложно. Так, подождите, не сейчас. Так, Святой Патрик. Пандыш не было Святого Патрика, не? Вот черепах, да? Раз, Лиззи, два. Ехидна Эдна, три. Черепах, четыре. И где-то еще один был. Блин, а меня... Короче, я сейчас на секунду остановлюсь, ребятки, и скажу вам, кто был последний. Так, ребятки, я, короче, ошибся, там не было пятого скина. Его там не было. Ну, бывает что, ошибочка. Ну, что поделать. Сам виноват, да, как говорится. Ну, ладно, фиг с ним. Но по поводу, кстати, вот этой акции, я, наверное, ее переведу, в следующем видео поподробнее расскажу. Ну, по крайней мере, более точно, как минимум. Но вряд ли что-то я упустил, мне кажется, все-таки суммарно нужно прокачать 12 уровней на этих 4 персонажах. Ну, это почти нереально. Забейте. Правда, там что-то написано про высокие уровни. Ну и было уточнение про 20 уровень. То есть непонятно, что значит высокие уровни, что значит уточнение на 20 уровень. Блин, мне показалось, что у нас в команде не 5 человек, а больше. Бывает. Так, 2 ботика, лутаем. Вот, кстати, это игрок, скорее всего, Лиззи тоже игрок. Ну и 2 батачные 100 уровня, если вы заметили. Ну а мы модный слон. Что нам еще надо? Правильно? Так, лутаем, конечно же, водичку. И погнали драться. А то скучно будет. Все, батя выехал. Тянем к себе наших друзей. Легендарный дробовик никуда. Ну, понимаете, тут ботик просто был без аптечек. А так бы легендарный дробовик был бы полезен. Бак бы пытался убежать, но не получилось, не портануло. Блин, как же далеко бьет дробовик все-таки. Это капец просто. Как же он далеко бьет. Бак, а ты куда? Ну, друг, мог бы еще подраться с нами. Это халява. Ну, видите, уже игроки начали появляться. Возможно, после той новости, которую я опубликовал, конечно, еще так возможно. Ну, как говорится, те, кто подписан на канал, те знают, когда обновки выходят всегда. Ну, по крайней мере, вовремя. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. Может быть, обновка вышла вчера, но я вчера смотрел, тоже вроде не было. Ну, что тебе тут, друг, нужно? Ты на аптечку встал, что ли, да? Серьезно? Печальные. Ладно, пойдемте сейчас в зону забежим ради черепаха, чтобы его спасти, золотаем аптечку потом. Так, все, зона нас побила вроде как немножко, да? Все, отхилились. Даже не видно, что я отхилил. Лутаем аптечку. Все, братан, погнали, я тебе помог. Недовольный, он еще и недоволен, посмотрите этого черепаха, да? Смотрите, кстати, Лиззи, видите, как себя ведет? Возможно, он вышел с игры, когда понял, что я ему затащу топ-1 и решил не париться, да, по поводу этого боя. Ну, знаете, сейчас многие проходят дорогу лап. Вот, кстати, да, удобно проходить дорогу лап, когда вы обновились только. Потому что ботами можно, ну, хорошие места занимать, не напрягаясь, в основном. Так, ну чё, вот наши противники-боты. Блин, скилловые. Так, ну чё, давай. Сейчас орел к нам не залетает. А, ну, надо врываться, короче. А то будем тут вечность торчать. Пингвинчик, давай, иди ко мне, братан. Мы моя команда. Поддержка, как никогда, важна в этой игре. Сказал я, да. Так, капканчик поставим, притянем к себе других. К сожалению, у ботиков есть проблема, у них нету дефибрилляторов. То есть, ну, понимаете, да, как в командных боях легко побеждать ботов. Их тут и так как бы легко побеждать. Но еще у них нету дефибриллятора, и как бы шансов у них вообще никаких. Поэтому это изи-буст рейтинга. Еще бы сюда сейчас их 2 рейтинг завезли, ух. Можно было бы красиво бустануться. Ну, что есть, то есть. Будем на этом заканчивать, ребятки. Вот такой вот сегодня... да. Слон Фрэнк в скине красок, или как там он там называется. Давайте глянем. Я уже забыл. В начале видео открыл скин. Ну, очень важно, да. Очень важно название скина, вы же понимаете. Самое важное, что из всех самых важных вещей, которые должен быть запомнить. Красочный Фрэнк называется скин. Давайте подробнее рассмотрим. Вот так вот выглядит красивый слон Фрэнк. Красная нога, зеленая нога, синий живот, оранжевая рука, желтая рука, ну и что-то на голове. Ну вы поняли.
Модные, модные. Ну, это, знаете, карнавальный там есть. В некоторых странах такие вот происходят праздники, где обрасываются, ну, как обрасываются, да. Бросаются, да, будет правильно говорить, красками, и вот потом, да, и ходят. Такие дела. В общем, если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Кому интересно, как обновляться первым, ребятки, есть видео на канале. Там, если что, можете зайти в сообщество моего канала, там, или что-то того, я не помню, как называется, там написано, ну, там, короче, есть ссылка в посте, да, про обновление, где есть, на видео само, и вы там сможете обновиться. Ну, как обновиться? Посмотрите видео, поймете, как обновляться, ну, и все такое. В общем, не болейте, не скучайте, всем пока-пока.